Проще один. Да не, мы не умрем. Уверен? Я не верю. А! Ё-моё, блин! И убежала. От крыса, блин. Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Васаби, ОЛТВ, Гусенек, пацаны, поздоровайтесь. Привет. Всем привет. Всем привет, с вами ОЛТВ. Ребята, мы скачали очень сложную карту FNAF 1 на прохождение. И выставляем себе первую ночь, попробуем, сложная она или не сложная. Если хотите, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем прохождение. Смотрите здесь, насколько круто сделано. Мы вообще не видим, что происходит там. А что, я и выйти не могу? Да, но стенка невидимая. Выходить нельзя. Ё-моё, вот это сложняк. Кстати, мы друг другу не мешаем здесь ходить. Это очень классный гейм-мод. Это полноценная, да, вот такая вот прикольная карта. О, вон аниматроники стоят. Димаш, на сайте другого цвета от нас отличаешься. А чего? Да, фиолетовый. Более, ты темный, темно-синий такой. О, давайте попробую пролететь. О, я могу вылететь. Давайте, ребята, пройдемся по этой карте и посмотрим, что здесь разработчик для нас приготовил. Смотрите, насколько здесь маленький радиус обзора. Здесь аниматроники просто стоят, как обычные NPC-шки. Может, тут что-то нажать надо? А, мне кажется, на радио. Вот, надо было здесь... Ой, блин, сразу видно, ребята, умные люди. Ну ничего, зато так интереснее. Дима, тебе попробуй подойти к ним. Вот телефон пошел. Смотрите, у нас что? Уже кончается энергия. А, это когда мы камеры смотрим или нет? Ну камеры мы не смотрим. Обычно Бонни или Чика в час ночи выходят. А у нас, мне кажется, или двери закрыты? А можно сейчас выйти? А, выйти нельзя. Они откроют двери. А, дверь, вот, закрыто. Вот открыто. А, ну давайте посмотрим, как свет. Свет работает. Тяжело. Интересно, тут будет быстро время идти или нет? Мне кажется, мы не пройдем. Ты думаешь? Так первая ночь, мы должны по-любому пройти. Ну, давайте посмотрим, как первая ночь у нас будет реализована, если будет очень сложно. Ой. Чего это? It's me. Это Гобл Фредди. А где он тут есть? Его ж тут нету. О, а ну Фокси тут стоит? Ой, Фокси есть. Галлюцинации. А тут нету Фокси самого. А потому что он во второй ночи активируется. Ой. Это я ящик поломал. Я испугался. А, мы, значит, берем пиццерию в аренду, а ты все ломаешь. Конечно, я ящик вам восстановлю. Я запомню. Дима, осторожно, Бо не может выйти. А он меня не убьет. Уверен? Ну это же новый гейм-мод. Мне интересно, как они вообще себя здесь будут вести. Это же что-то новенькое. Карта только недавно вышла. 3 дня этой карте. Ребята, напишите в комментариях, как вы думаете, будут ходить или телепортироваться. И можете написать в комментах, пройдем вообще первую ночь или нет. Мне кажется, первую мы точно пройдем. Вот уже 6-ю я потом поставлю, мы не пройдем. Это будет сложно. Там уже Golden Freddy появляется. Где? На 6-й ночи. А, на 6-й, да. Он уже скримаки кидает. Давайте попробую его ударить. О, я его могу ему... О, что это было? Дима, что ты сделал? Дима, ты сломал. Давайте их сломаем. Дима, ты игру сломал. Да я ничего не делал, у меня черный экран просто. О, заработало. Я Фредди убил. Я Фредди убил. Ребята, это класс. А че вы всех убиваете? Мы ж не пройдем тогда. Мы убили всех. Да как мы собираемся играть, если мы всех убили? Давай. Дима, ну ты первый вообще-то их приложил. Да я случайно ударил его по лицу. Я не хотел его убивать сильно. Причем так ударил пару раз, чтоб наверняка. Ну я думал, знаете, как просто бьешь, и ничего не происходит. Да конечно, как на бесишке. Так вставай, я не хотел тебя убивать. Так, пацаны и девчонки, рестартим карту. О. И сейчас я запущу нам 6-ю ночь. Все, готовьтесь, только сейчас аниматроников убивать мы не будем, хорошо? Ага. А Фокси есть перетерев? Постараемся, Дим. Хорошо, а пацаны, я вам верю. В этот раз. Я себе нет. О, я слышу, как ходят. Да. Имею в виду, Дима, они ходят. Они ходят. Уже? Чика ушла. Да, Чика ушла. Я знаю, что они ходят. Они ходят. Именно ходят? Так, вернись в комнату, я тут... А, нет. Я вернулся. Я сдал, я просто сдал. Так, пацаны, все, не спешим, давайте тихонечко пройдем сейчас. Поставите нормально летать? Так, надо включить камеру, наверное, возле нас, да, какую-то? По правую коридор. Я слышу, кто-то рядом. Я тоже слышу, они ходят. А, Бонни идет. Бонни идет. Закрывай двери.
закрывай. Молодец, молодец. Ребята, вот теперь уже интересно началось. Но первая ночь, знаете, чисто по фану. Все-таки они по этой карте ходят, понимаете? Фокси, посмотрите, Фокси, Фокси. Вот Фокси. Это у нас пошел движ. Ребята, надеюсь, вы влепите лайкосик обязательно и подпишитесь на канал. Ой, она прям рядом. У нас нет пиццы, она ушла. Дим, надо же еще невидимые двери, чтобы их не убили. Бонни идет, Бонни идет. А, да? Ну это, ой, кого-то я леща прописал, не хотел. Фокс, смотри на Фокси, надо смотреть. А что творится? Что за вакханалия, ребята? Это будет сложно. Слушай, как он бежит, все нормально. 12 часов ночи, у нас уже 80%, молодцы. Молодцы, экономны. Блин, классно, что фонарик даже не просвечивает туда, то есть, ну никак не видно. Его нету. Один вариант поставить там свет, но это если Фредди сложно пошел. Совсем будет. Фредди. Ребят, если Фредди будет рядом, не открывайте дверь вообще. Я играл в фаф первый. Я его пошел. Блин, я боюсь немножко эту ночь. Не бойся, Дима, профессионал. Я себе не верю. И тебе тоже. Я верю. Давай, если вы уже в этом все будет на моей 75% и один час ночи только. Я чувствую, нам энергии не хватит. Дим, ты слышал? Он тебе сказал, если мы умрем, это на его совесть. Все, согласен, полностью поддержу. А мы же должны кого-то виноватым сделать, правильно? Бонни зашел в кладовку. Слушаем внимательно. Закрывай. Фредди в кухне. Мне кажется, мы не пройдем, у нас 69%. Ой, открывай. Блин, эти скримеры, они очень стрёмные. За Фокси. Как все переживают. Ой. Спасибо, что тебе выдали оружие, и ты меня убил. Обстоятельства. Ты такой молодец. Обстоятельства. Фредди, так, спускай. А, рядом. Я прям над вами был. Я вижу Фредди, вон. Видишь, да? Он в коридоре у нас. Так, давайте смотрим. Никого. Я вам в нафиг играю. Ой, еще. Да, все работает. Если Фредди еще отсихиктик, закрывайте правую дверь. 60%, 2 часа ночи. То есть у нас идеально будет, если будет 50% и 3 часа ночи. Тогда есть шанс, что мы пройдем. Нам же хотя бы как минимум 45% к 3 часам ночи, чтобы уже. Так, это камера, давайте эту включим. О, он прям, смотрите, стоит, смотрит. Ё-моё, это было страшно, ребята. Это прям совсем рядышком было. Хотя, может, тут пасхалки есть. Такие скины у нас прикольные. Прям классно сделано. Ребята, здесь ничего нельзя выбирать. Ни скины, ничего. Вот как дала нам игра, так все и есть. Фокси снова побежит, Фокси. Каш, когда побежит? Я слежу за ним. На нас Фредди можно так, нажимать. Все, давайте пока свет выключим. За Фокси не следили? Так, вот. двери же. Фредди ушел, хватит ее. Так. Ой, ребята, как это все напряженно. Блин, нам не хватает энергии уже. Давай, 3 часа ночи, пожалуйста. Колшо, открываем дверь. Так, о, там кто-то стоял, я видел. Тут надо, короче, быстро, да, очень реагировать на все. Да, очень. Одно неправильное движение и все, закрывай дверь. Успели. Молодцы. А сюда можно запрыгнуть, да. Одно неправильное движение и все, мы проиграли. Слышите эти звуки? Ой, Федор. Мы уже проиграли 40% 2 часа ночи. А что-то время замедляется, да? Должно же быстро идти время, оно медленно идет. Слишком медленно идет. Просто двери зак... Бежит! Ай-яй-яй, слово энергии съел. Энергия потратила. Энергия потратила за то, что он постучал. Надо было следить за ним. В эту дверь не открывай. Не открывай! Ё-моё, вы же сейчас всю энергию высадите, пацаны. А что это такое за кнопочка? А какой у нас там вообще экран светится? Не ушел. Фредди, о, стоит Фредька, да, все нормально. Садик, я представляю, ребята, наши лица, когда мы сольемся. Это будет круто. Сейчас ночью у нас 26%. Мы не пройдем. Фредди ушел. Да, энергия как-то быстро, да, пацаны, улетает? Да слишком быстро. Чика, но она там в углу стоит, она сейчас не будет атаковать нас. Даже обычный ФНАФ легче. Фокси. Так, закрыто. 16. Смотрите, сейчас... Да что за фигня, как нам пройти, если энергия-то кончается быстро? Нет, вот вы не прощаете, мы не пройдем это. Ё-моё, вот. Ребята, мы не пройдем. Ну давайте ничего, мы будем стараться. Когда останется меньше 10%, активируем план Б, идем с монтировками на них.
Не, мы должны по-честному играть. Давайте не будем в этот раз убивать их. Там сразу ошибку выбивает, и ночь не будет считаться пройдена. Ты ж читянем. Не-не-не, в этот раз мы должны четко играть. Камера отключилась, пацаны. Я мы тебе не верю, ты в конце 100% кого-то опять убьешь. Ика ушла. Не, не буду. Я хочу в этот раз красиво сыграть. 8-7%! Бонни, а не аномальный. Сейчас если перебежите еще раз Фокси, нам жопа. А что мы хотели? Это шестая ночь. Мы думали, что легко будет? Так да. Не будет, ведь ты захотел шестую ночь. Ну конечно, я хотел, чтобы было хардкорно прям. Так это невозможно. А можно все пройти, возможно. Прощайте. Фокси, не ломай двери. Тихо, не двигайтесь, не двигайтесь, не двигайтесь. Ой, не двигайтесь, не двигайтесь. Ну, вот интересно, что сейчас дальше будет происходить? А Чика стоит. Обернись, Тима, обернись. Нельзя двигаться? Давайте не будем двигаться. Ну, Чика стоит, я теперь вижу все, и свет попадает на нее. Прощай, Дим. Да не, мы не умрем. Я не верю. А! Ё-моё, блин! И убежала. От крыса, блин. Ладно, давайте этот, пятую ночь. Пятую, хоть возможно. Да не, мы не умрем. Да ну мы не умерли же. Он нас просто напугал. Откройте двери. Да не, мы слились красиво. Неправда. Сливаться это само по себе не давайте экономьте сейчас будем вообще четко играть. Мы сильно быстро все нажимаем и клацаем. Давайте равномерно играть. Экономьте энергию, пожалуйста. Я знаю, как можно систему обмануть. Можно свет поставить вот тут возле дверей. Так, поставь. О, давайте, ребята, мы сейчас немножко сделаем по-другому. Мы возьмем тулган. Источник посмотрите света. А посмотрите, где аниматроники стоят. Где? Что? А где автор? А все равно не видно, да, ничего? Ой, а свет там стоит. А я в камеру застрял. Control нажми просто. А чё за бред? Ничего не происходит, у меня бот с камерой меняет. Вообще свет просто с таким маленьким радиусом светит здесь. Я застрялю. Им из офиса все равно ничего не видно. А чё так? То есть мы не можем обмануть систему, да? Не можем. Поставьте камеру на Фокси. На Фокси камеру поставьте на Фокси. Все, они не убирают. Все, молодцы. Давайте сейчас не, это, потихонечку играть будем. Мы сможем, пацаны, я в нас верю. Нет. Да мы пройдем, ну это же ж легкая ночь. Ага, пятая. Ты не играл в FNAF, поход. Все, открываем, нет, да? Ты никогда в FNAF не играл. Да, не играл. Открываем, да, Дим. Ну повезло, что он сразу нас не убил. Было бы вообще жесть просто. А я ничего. Так, проверяем. Все. 85% час ночи. Ой. И все подряд клацаем. Блин, мои фонари не помогли, можно их удалить. Ничего толку от них никакого нету. О, Фокси, кто побежит? Фокси скоро побежит. Каш, когда побежит, мы закроем. Короче, давайте один на камерах, а один будет дверь открывать. Я справа двери, если что, буду. А вы услышите, как Фокси побежит? А я с левой. О, ночное зрение есть. Давайте возьмем камеру и можем ночной режим включить. О, я прозрел. Дим, проверь свою дверь. Может там кто-то аниматроник стоит. Если Фредди рядом, дверь не закрывать ее. Не, никого нету. Вообще пока стоит. Да, с дверями вообще сложно. Да, если бы не вот этот свет, который не падает нам с коридоров. Мы бы лучше поиграли, так непонятно, что там делается. Сейчас ночью 68%, нормально. Ну мы пройдем, да? Нет. Чего? Потому что очень мало энергии. А не клацайте свет, кто там балуется? Это Саня. Нет. На доли секунды можно включать. Короче, самое больше энергии забирает это Фокси, который прибегает и бьет по калитке нам. Вот это самое сложное. Да задрал этот скример, я его боюсь. Дима, тем чаще он прибегает, тем больше энергии забирает. Я понял. Так, ну мне кажется, мы эту ночь должны пройти. Ну, камеры как? Меньше чекаем и просто красиво. Если меньше будет чекать камеру, Фокси будет чаще приходить. 60%. Где Фредди? 59. А тут ничего нельзя нажать, ночь сбросить нельзя. Мы проиграли, пацаны, прощайте. Да не, мы выиграем сейчас. Дим, за всегда говоришь, мы проигрываем. Да ну из-за тебя все. Да потому что ты виноват во всем. Ой, да закройте двери. Дима! Ну так интересно. Вот так и застрял.
Да кто, я свет выключаю, кто-то его включает. Да ё-моё. Ребята, начинается в канале. Ой, кто-то застрял у нас. Я под столом спрятался. Уже Фредди кидает нам скримак. Это не Фредди, голову Фредди делает. О, я придумал, давайте я буду ходить и смотреть, как они этот передвигаются. О, проверим, убьет? А, они не убивают, только когда возле офиса. А, скажи, говори, где они. Так, пока Бонни стоит, не открываем левую дверь. Я скажу, как. Все, открывайте левую дверь. Так, отлично. Все, камеры не чекайте, я буду говорить все. Да, выключи свет. Да, свет выключайте, все, потому что мы так не пройдем. А вдруг Дима нас хочет обмануть? Нет. А Фокси, а Фредди ж не убивает, когда в углу стоит. Нет, он убивает. Убивает? Я знаю. Я играл в FNAF. Так, левую дверь ничего не делаем, там никого нету. Я знаю. Все, открывать, не ничего не делайте, да, все нормально. Нет, это я советчик, блин. Я не верю, Дима. Да, а смысл? Я хочу пройти! Че ты этот? Ни с какой двери ничего нету, просто ждем. Камеры не чекайте. Дима, я бы один. Я ради вас обзора на вытянутую руку. Я бы только с тобой. А я бегаю туда-сюда. Васаби и Саня нам мешают. Я все смотрю. Мы должны затащить сейчас. Дима, инфу, где все? Ну вот нигде никого нету. Фредди, обратно открой. Так, Фредди, да, стоит. У него такие глаза стрёмные, это просто жесть. У меня двигает! Что это? Все, ничего не делайте. Дверь открыта у вас? Ходит, да. С правой стороны дверь открыта. Так, с правой стороны сейчас далеко еще стоит Чика и Фредди. Ждем. Я Фредди ориентируюсь по звукам, поэтому Фредди не с левой стороны идет Бонька. Еще не идет. Все, закрывайте, закрывайте с левой стороны. Дима, тебя выйдет, когда ты побежал. Дим, ты говорил то, что все будет честно, в итоге выбежал за карту. Ну мы же не нарушаем само правила игры, ну чуть-чуть только. Ха-ха-ха, блин. Надо так сначала сделать. Все, открывайте с правой стороны дверь. Там Фредди? Ну он не убьет, когда он в углу стоит. Он убьет. Давай проверим. Ну давай. Фокси бежит! Фокси бежит по левой стороне. Это Фредди убил. А, он убил? Мы не прошли? Да. Я же вам говорил, что он убивает, вы мне что сказали? Что? Да блин, а чего сложно так? Вот скажите. Ладно, давайте оптимальную ночь, давайте третью. Три четвертую. Нет, давайте еще раз шестую попробуем. Давай, Дима, ты будешь с самого начала теперь. Да, давайте, все, теперь я буду. Надо, чтобы двое подсказывали с той стороны. Два я, короче, буду с левой стороны, а ты с правой. Я с правой. Давайте, и все, мы тогда так пройдем. Все, я с левой стороны, тупо всегда стою. Открывайте двери с левой стороны. Все, свет не включаем нигде. А кто с правой стороны чекает? Я. Все, давайте вдвоем будем, и все, мы чисто с теми подсказываем. Все, камеры не клацаем, вообще ничего не делаем. Это нечестно. Я прям стану вот так вот в начале этого. Я скажу, когда Фокси будет. Фокси не бежит. Все, Фокси бежит. Нет, не бежит, он задрал. Закрывайте правую дверь. Левую. Ты меня запутал. Да я специально. Он как бежал, знаете, он бежит на подкрадулях. Кто бежит, то не бежит. Заново, Дим. Мы не прошли, да? Давайте третью. Да мы пройдем, нет, давай шестую. Мы должны пройти. По этой тактике мы должны пройти. А пройдем сейчас, ну пацаны, ну пройдем. Честно, просто мы, да. Все, давайте опять с левой стороны. Я справа. Саня, мы ведь реалисты, мы ведь не пройдем. О, давайте я Фокси, если не буду давать ему идти. Ой, я могу физган взять? Дим, привет. Фокси бежит. Закрывайте левую дверь. Молодец. Все, он ушел, открывайте левую дверь. Молодцы. Справа все норм. Так, справа я не чекаю, я только слева чекаю. Да, все норм. Они так ходят здесь на расслабоне вообще. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Противоусловие то, что мы их можем отпинать монтировкой. Нет, мы не можем этого делать. Ну мы бы отпинали. Вы ничего, да, не клацайте ни камеры, ничего, я буду подсказывать. Все четко, ребята. Только дверь закрывай. Так, Фокси бежит, закрывайте левую дверь. Молодцы, успели, красавчики. Ну это я работаю. Ну красава, сразу видно, полупрофессионал. Не понял. Все, открывать. Да, открывай, да. Открывай. ЛТБ, ну что, есть справа кто? Нет. Закрывай левую дверь. Справа никого, я так скажу. Я скажу, Саня, если кто-то пойдет. Право, самая неактивная дверь. Фокси бежит. Так, дверь закрыта левая. Нифига себе, он отнимает. Да он задрал, слышь ты, Бармалей, ты что делаешь? Камеру, энергия отнимает у нас. Надо на камеру смотреть. Надо на камеру на Фокси смотреть, чтобы он не прибегал. Да я смотрю за ним же, я же смотрю. Да, на камеру. Левую дверь не открываем.
Только час ночи, у нас все плохо. Мы сейчас будем весь ролик, типа, мы пройдем шестую ночь. Все, открывайте левую дверь. Я схожу, Сань. Да, Саня! Все, с левой стороны тихо, все, все четко. Еще один смех и закрывайте дверь. Ой, Фредди бегает, что тут. Дим, ты в этом ролике поставь, проходим шестую ночь, сейчас сидим в скобочках. Хорошая идея, кстати. Надо задуматься об этом. Закрывайте, закрывайте, закрывайте. Так, нет, с левой стороны никого нету, не надо закрывать. Не Фредди, собака. Так, Фокси сейчас будет бежать, я скажу, когда он будет. Все, закрывайте левую дверь, Фокси бежит. Дима, а тут... Да он задрал, бомж, блин. 12%. А тут Фредди забаговался. Ну ничего, это ж хорошо. Открываем дверь? Открывай. Правую не закрывать. Чика идет, Чика идет. Чика, это по правой двери, Саня. Я скажу, как закрыть. Блин, а ребята, это очень стрёмная ночь. 40% да. Час ночи. Мы не пройдем. Так, Фокси, эти... Фокси бежит! Закрывайте дверь левую. Сколько? 25. Да он что? Это невозможно. Да он издевается над нами, что ли? Я говорю, нужно этот. Надо на камерах на него смотреть. Чика, а нет. Он ушел. Ну все, мы проиграли, у нас нет шансов. Нет, есть шанс, есть. Шанс есть всегда. Открывай дверь. 18%, все хорошо. Закрывай дверь, закрывай правую, правую. А левую открывай. Так, левую дверь, левую дверь открывайте. Я вижу ваши лучи фонариков. Это я свечу, да. Открывайте правую дверь. 15%. Ну все, это... Тогда... Энергия тратится быстро. 13. А чего? Мы даже... Саня, не классная камера, я понял, что проблема. Я решил одну нашу проблему, я решил. Я убил Фокси. Да он просто кошмарит, забирает всю энергию нашу. Я все, пацаны, я разозлился. Да кто нас убил? Ребята, это самый угарный режим и очень странный пофнаф, в котором мы вообще играли. Если понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. А, мы решили уничтожить. Ну все правильно.